Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, и вот этот комментарий попадает в видос. С вами я, Кемпер, и как вы видите, он разговорный. Этот видос будет для тех, кто играет на таких проектах, как Diamond. Вот, например, я играю на сервере Quartz. Если сказать, то экономика практически не отличается ни на одном сервере. Поехали! Зайди в мою группу канала и будь активным, ведь я стараюсь и уделяю время этому всему. Ссылочка в описании. Итак, друзья, как я вам уже и рассказал, я играю на сервере Diamond Quartz. Мой ник Денис Гуранов. Если вы увидите меня и вы немного мажор, или вам не жалко денег, то подбегите ко мне и дайте мне на хлебушек. Итак, я ушел немного от темы, но сейчас приступим. Итак, вот, для меня самой прибыльной работой на начальных левелах считается работа водитель автобуса и маршрут Сан-Фьерро-Лесопилка. И за один полный рейс получается 2500 по 3000 за полный рейс. Получается, я проверил, что в среднем за час вы можете проехать 6-8 рейсов в среднем. Ну, смотря как ехать. И вот получается, перед тем, как работать, вам надо поставить цель на то, что будете копить, и срок. Вот давайте, например, моя цель 340 косарей, допустим, на дешевый дом, и срок 3 дня. И я почитал, что в день мне надо зарабатывать минимум 100к. И вот сами посудите, нам нужно 100 разделить на 2, и в итоге мы узнаем, сколько нам надо проехать рейсов в день. Вот, допустим, мне надо 50 раз. И так вот, я надеюсь, вы поняли мои рассуждения, и на этом мы можем сделать вывод, что со второго по третий левел мы можем работать водителем автобуса, ну а далее идти на стройку. Итак, спасибо за просмотр, лайк и подписку. Если ты досмотрел до этого момента, напиши в комменты слово «все» и жди новый видос. Всем удачи и пока. Good luck, my team. Пока.